Америки. Активно использовался с 1942 года на всех фронтах Великой Отечественной войны. Праздничные колонии – артиллерийские орудия времен Великой Отечественной войны. 76-миллиметровая пушка ЗИС-3 1943 года выпуска и полковой миномет образца 1938 года. Данные образцы были переданы Министерством обороны Российской Федерации на вечное хранение нашей. Торжественным маршем проходит Томский кадетский корпус во главе знаменной группы заместитель директора кадетского корпуса Николай Иннокентьевич Казарский. Знамя корпуса доверено нести лучшим кадетам Михаилу Некрасову, Алексею Игнатову, Сергею Голубкову в парадном строю. Будущая гордость и слава Томской области. На площади юноармейцы поста номер один. Командир роты, выпускник штаба поста номер один Алексей Крестьянов. Разводящие выпускники штаба, участники роты почетного караула Сергей Кополев, Егор Грязнов, Евгений Староконь.